Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Когда Дмитрия Хворостовского не стало, его младшей дочери Нине было всего 10 лет. Конечно же, девочка очень тяжело переживала потерю отца, тем более, что уходил мужчина в страшных муках из-за опухоли головного мозга. Целых 2 года он пытался победить болезнь, но не сумел. Красавица Нина является вторым ребенком Хворостовского от Флоренс Илли. У девочки также есть старший брат Максим. Он родился в 2003 году и не любит публичности, тщательно скрывает свою жизнь. Флоренс скрывала и внешность Нины, но недавно она все-таки показала поклонникам, как сейчас выглядит наследница оперного певца. Она опубликовала в Инстаграме несколько фотографий с дочерью, и подписчики пришли в настоящий восторг. Многие отмечали, что Нина очень похожа на своего покойного отца, и удивлялись, когда же она успела превратиться из маленькой девочки в красивую девушку. Также фанатам понравился и внешний вид Флоренс. Она сейчас выглядит просто потрясающе, и ее даже можно принять за старшую сестру Нины. Напомним, брак с Флоренс является вторым у Дмитрия. До этого он уже был женат на женщине по имени Светлана, которая родила ему близнецов – Александру и Даниила. Развелись они в 99-м, и Дмитрий впал в тяжелую депрессию из-за этого. Именно Флоренс и помогла ему вернуть тягу к жизни. Если вы помните Дмитрия Хворостовского, ставьте лайк, не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!